отвечу, насколько я смогу. И да, я вас очень люблю. Пока! Всем привет! Наконец-таки я делаю это видео на русском. Я очень сильно переживала за это видео. Я уже переделывала раз 5, потому что, не знаю, мне что-то не понравилось, как я разговаривала. В общем, я вообще переживаю, что вам это не понравится, но я наконец-таки решила это сделать, потому что я вам обещала. И я знаю, что очень многие из вас ждали, и я все вас разочаровываю, говорю, что будет видео на русском, и только оно никак не выходит. Тут сегодня этот прекрасный день. Наконец-таки видео на русском на моем канале. Ура! Я знаю, вы все, наверное, в шоке. Начну с того, что расскажу немножко о себе. Многие из вас не знают многого обо мне. Я немножко оставила информации про себя на своем канале, но этого, я думаю, недостаточно для вас. Начну с того, что я родилась в России, в городе Екатеринбурге. Я жила там 6 лет со своей семьей. У меня мама наполовину молдаванка, папа русский. Потом мы переехали в Молдову, когда мне было 6 лет. И там я прожила до 19 лет. Я прожила в Молдове, и потом я переехала в Соединенные Штаты учиться. И уже я здесь учусь. Я уже закончила университет, но я уже здесь живу. Это мой 5-й год. 4.5 года я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история, вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить 2 слова на английском, 3 слова на русском, 1 слово на румынском. Мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вам спросила, если у вас есть вопросы на Твиттере, спросила на русском, и многие мне ответили на русском, то, что очень классно, мне очень приятно, то, что вот многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня смотрят, и вы знаете русский.